Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие подписчики. Сегодня у нас новое видео по ремонту казанокосилки. Казанокосилка называется Штиль. Тут у нас возникла небольшая проблема. Когда мы его заводим, он как-то подозрительно начинает шуметь. Мы сейчас заведем его, посмотрим. Ну, заодно вы тоже послушайте. Звук идет отсюда. Скорее всего, здесь шестеренка испортилась. Сейчас заведем, посмотрим, послушаем. Вот мы завели, мотор нормально заводится, а диск у нас не крутится. Видите, черт, диск, видите, какой твердый, не крутится. Скорее всего, причина здесь. Мы сейчас возьмем новую, поменяем и узнаем причину. Сейчас открутим все это и разберем. Вот мы болт здесь расслабили. Сейчас снимем, открутим все это. Убираем, снимаем все. Вот это тоже все снимаем. Вот это разобрали. Нам надо отсюда все снять полностью. Можно было бы сразу это не разбирать. Вот это все. Вот здесь имеется вот такой болт. Вот это можно было открутить и снять его. Ну, сейчас так и сделаем. Вот, возьмем ключ от него специальный. Расслабим его и снимем. Полностью его открутить не обязательно. Это нужно расслабить и снять. Причина у нас здесь в чем? Что-нибудь случилось. Я его еще не разбирал. Я его, если получится, разберу, отдельно видео сделаю. Может, сделаю видео, может, нет, посмотрим. Вот купили такой новый, видите, он и сюда крутится, и обратно, без проблем. А старый у нас и сюда не крутится, цепляется. Немножко сюда крутится, цепляется, все. Возьмем его аккуратно, оденем вот так. Пинт расслабляем их, они расслаблены. Сейчас нам надо вон туда попасть, вот этот четырехугольник туда попасть должен. Вот. Поставили, вот он так должен стоять. Вот сейчас вот так ровно устанавливаем. И закручиваем. Желательно их затягивать равномерно. Потому что если одну сперва затянем, потом вторую, здесь, может быть, неправильно будет. Желательно равномерно затягивать. Мне кажется, что это будет намного лучше. Вот, затянули. Вот тоже у нас крутится. Сейчас перевернем диск, тоже поставим сюда. Снимаем аккуратно. Так, так. Так, ставим. Вот тоже сверху. Вот. Это уже ставим сверху.
закручиваем против часовой стрелки, потому что когда крутится диск, когда крутим, чтобы этот не открутился, гайки, чтобы не открутился. Вот, затянул я. Видите, как крутится? От старого не получалось так крутить. Сейчас тоже заведем, проверим. Повернули. Видите? Нормально крутится, просто здесь мы диск неравномерно поставили. Все, крутится без проблем. Крутится все без проблем. Видите, и заводится хорошо, и шума лишнего нет уже, и крутится хорошо. Просто диск мы неравномерно поставили здесь. Это надо чуть-чуть расслабить, вот здесь находящую гайку, на место поставить. Вот, вот здесь открутим вот эту гайку, и равномерно поставим на место. И все, так диск будет нормально крутиться. Вот, расслабили. Видите, он с этой стороны, видите, она упала, на месте стоит. Сейчас на место поставим. Так, здесь она должна находиться. Видите, вот здесь выпуклость. Это выпуклость вот здесь, где вырез, там должен быть. Диск тоже чуть-чуть скривился здесь. Из-за этого неправильно садится здесь. На место не садится. Вот, поставили на месте. Сейчас вот ровно крутится. Все. Диск просто скривился. Из-за этого неправильно садилось там на место. Сейчас нормально все. Если понравилось видео, подписывайтесь, ставьте лайки. Всего доброго. До новых встреч.